Я ЧТС ZRS. Совсем недавно я снимал видео. Замена и показал замену дисплея. Сегодня у нас замена тачскрина. Вот видите, половина не работает. Будем менять тач. Так он выглядит. Новый тачскрин. С обоих сторон пластик, такой вот разъем у него. Итак, снимаем крышку заднюю, отстегиваем батарею. Сим-карта, карта памяти, если она есть, достаем. Раскручиваем нижнюю панель. Панель-механизм. Закрытие батареи. Болты разные, не путайте. Внизу покороче, тут и наверху подлиннее. Снимаем наклеечку, отклеиваем. Далее разъем антенны, вот этот вот нижний, на скотче у нас сидит, вот так вот его отклеили. Далее снимаем верхнюю крышку, здесь у нас еще два болта. Подлиннее тех, которые были внизу. Также не путайте их. Удалим пыль, грязь. Далее вытаскиваем плату вот таким вот движением. Металлическая рамка с гнездом зарядки. Снимаем верхнюю панель. Еще два болта. Далее отклеиваем вот эту наклеечку, защитный пластик разъемов тачскрина и дисплея. У нас разъем тачскрина. Чуть покороче. Отстегиваем аккуратно. Давайте проверим новый тачскрин. Застегиваем. Можно не закручивать. Одним болтом прихватить, для того, чтобы батарея держалась. Вставляем батарею. Включаем телефон. Отключился. Недостаточно плотно мы поставили батарею. Еще раз включаем. Телефон загружается, проверяем новый тач.
Движения пошли. Загрузка идет. Проверяем кнопки. Обе стороны. Вроде все работает. Обязательно проверьте нижние кнопки, вот этот ряд, который у нас закрашен. Потому что очень часто бывает такое, что именно нижний ряд не работает. Как видите, все в порядке. Включаем телефон. Выключаем телефон, приступаем к замене тачскрина, уже проверенного. Снова снимаем рамку нижнюю, верхнюю. В принципе, верхнюю можно было и не ставить, так для баланса. Снимаем разъем дисплея. Будьте аккуратны с этими разъемами, очень хрупкие. Запросто могут выйти из строя. Итак, снимаем плату. Виброзвонок. Кабель. Вот он наш разъем тачскрина. Снимаем сборный модуль. Держится помимо двойного скотча еще на одном шурупе, на вот таком маленьком. Сборный модуль антенны, карта памяти, сим-карта. Греем экран. Я грею при температуре 350 градусов. Пару минут вполне достаточно, максимум. Вроде достаточно. Так вот, по периметру постепенно отсоединяем его от скотча. И сняли. Стараемся сохранить старый
скотч. Он очень прочный. Если, конечно, пришел в негодность, и стекло было у вас, к примеру, сильно разбито, не так, как у нас в данном случае, то, конечно, придется клеить новый. Удаляем пыль. Будем сажать на старый скотч. Снимаем пластик нижний. Переставляем подсветку. Можно переставить на стекло. Я обычно переставляю непосредственно на саму рамку, так получается быстрее. Таким вот образом снимаем. Переставляем. Подправьте скотч, где он не так приклеен, может быть, где-то что-то торчит, может, где-то какой-то мусор, дабы не снимать тач новый снова. Ну, вроде бы все готово. Вставляем сначала шлейф в паз, вот в этот нижний, и опускаем стекло на свое место. Так вот. Обратный процесс. Вставляем сборный модуль сим-карты, карты памяти, антенны. Не забываем болтик, которым все это дело прикручено. Вставляем плату. Соединяем разъемы, либо звонок на место, застегиваем в пазы плату, соединяем кабель. Ставим верхнюю рамку. Давайте приклеим обратно пластик, который мы отклеили защитно. Чуть не забыл. Верхнюю рамку. Средние болты. Еще раз говорю, обращайте внимание на болты, они все разные, не путайте их. Прикрутили. Далее вставляем металлическую рамку основную. Таким вот образом начинаем сверху. Вставили вверх. Согнули антенны разъем. Вот так вот. Таким вот образом ставили
разъем на свое место. Обратите внимание, здесь находится разъем гнезда зарядки. Не забудьте его пристегнуть к плате. Вставляем нижнюю рамку. Закручиваем. Верхние болты, самые длинные у нас, которые, они идут на самый верх. Ставим крышку. Так вот, пристегиваем ее. Пазы опускаем под рамку. Наклеечку обратно. Немного криво приклеил. Карту на место, карта памяти, батарея. Включаем телефон, нижние болты. Таким образом мы поменяли с вами тачскрин. Всем спасибо за внимание. Это был Desire S. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачного дня. До свидания.